привет, друзья. Едем по автобану. Взяли уже третью машину здесь, в Польше, на шведскую компанию в лизинг. Сейчас приеду на место и расскажу вам детали. Почему мы взяли машину в лизинг? У нас есть возможность выплачивать. Кстати, машина стоит 230 тысяч евро. Это чуть больше 2 миллионов крон. По процентам она вышла нам 3% годовых, 3,5%. Это лизинговая машина на компанию, на нашу компанию в Швецию. Кстати, это очень выгодно кредитоваться в Швеции и иметь вот такую вот карточку. Это ID-карта. По этой карте можно устроиться на работу и открыть свою компанию, взять кредит и получить страхование. Эти карты сейчас нелегально продаются гражданам Узбекистана и Кыргызстана в Швеции. Сегодня мне попалось интересное видео ТВ4, это шведский канал, и полицейские, которые занимаются вопросами миграции, я попросил нашего эксперта Алекса в Швеции и Румынии прокомментировать ситуацию. В ближайшее время он сделает видеоматериал. Всем спасибо, пока.